ходе акции «Рождество в неволе» заключенные получили праздничные наборы, а также брошюры и книги религиозного содержания. Подарки были подготовлены организацией «Милосердие судимым» и Русской православной церковью. После вручения подарков желающие могли побеседовать со священником. Организаторы акции считают, что человеку, отбывающему наказание, необходима помощь в переосмыслении ценностей. Подобные мероприятия проводятся в Сочи ежегодно и обычно приурочены к главным христианским праздникам – Рождеству и Пасхе.